В Казалинском районе реализуются проекты стоимостью 2 миллиарда тенге. В целом планируется открыть 900 новых рабочих мест. Об этом на брифинге сообщил аким Казалинского района Мурат Ергишпаев. Казалинские 4430 субъектов предпринимательства. За полгода зарегистрировано еще 581. Это самый высокий показатель среди районов. Активность предпринимателей в начале года составляла 76%. На сегодня он на уровне 82. До конца года планируем довести эту цифру до 86. С начала года из разных источников получили средства на реализацию своих бизнес-идей 110 предпринимателей. В индустриальной зоне реализуется 8 проектов общей стоимостью 172 миллиона тенге. Также ведутся переговоры с инвесторами о строительстве птицефермы. У нас есть договоренность продавать птенцов населению за 300 тенге. Осенью будем принимать уже выращенных гусей, кур. Это оказывается эффективно и просто. Большую роль в развитии играет состояние дорожной инфраструктуры. В районе на сегодня в удовлетворительном состоянии 67% автодорог. В целях решения проблемы разработан и представлен на финансирование проект стоимостью 9,7 миллиарда тенге. На выделенные средства у нас будет проведен ремонт межрайонных дорог. В следующем году мы займемся дорогами поселка и города. В этом направлении мы сейчас готовим 10 проектов. С реализацией запланированных проектов до конца года в сфере предпринимательства планируется создание 900 новых рабочих мест. Галымжан Жумназар, Тажимурат Айжанов и Сашари Будусхан Сатпай, телеканал Кызылорда.